Теперь просто дергаем за чеку и продлеваем жизнь двигателю. Приветствую! Сегодня будем с тобой ставить такой вот отопитель. Ну, не конкретно его, а его брата на 3 киловатта. Стихами заговорил. Вот. Но тем не менее, даже вот 2 киловатта, обрати внимание, воду комнатной температуры за считанные секунды уже прямо аж до пара прогревает. Собран он, так сказать, на четверочку твердую. Ну, за свои деньги, я считаю, прям огонь. В его установке нет абсолютно ничего сложного. Значительно сложнее найти место и сделать проводку к тому месту, где будет у нас с тобой подключаться это все к 220. Потому что, ну, каждый день открывать капот, чтобы воткнуться в розетку, не вариант. Решил наколхозить такое вот соединение прямо в жабо встроенную розетку, чтобы вилочку можно было подключать, ничего не открывая, не снимая и так далее. Опытным путем нашел место, где можно поставить розетку, чтобы ее дворники не задевали. Ну а дальше дело техники. Прикрутил, загерметил, проводку закрепил хомутами. Сам отопитель я поставил с минимальным разрезом, чтобы не было длинной магистрали, как, например, делается это с отопителями наподобие Баста и же с ними, где там метровые шланги, что значительно КПД снижает. Прямо встроил магистраль, сам отопитель закрепил на обычном оцинкованном кронштейне, посадил на 2 болта, чтобы все было по фэншую, покрыл битумной мастикой. И теперь мы с тобой будем наслаждаться не только прогревом автомобиля. Самое главное, мы с тобой продлим жизнь двигателю. Ведь, как ты знаешь, запуск при отрицательных температурах сокращает ресурс сразу на 500-1000 километров. Вот, если у тебя частный дом, проблем нет с подключением, если ты живешь в квартире, да, придется в окошечко высовывать провод. Ну что же, пусть все думают, что у тебя электромобиль. Надеюсь, было тебе информативно полезно. С тебя лайк и подписка. Удачи!